Всем доброго времени суток. Сегодня 25 июня 2021 года. В этом видеоролике я хочу кратко показать вам, как отцвел виноградник, как позвязывались ягоды и что происходило во время цветения. Вот так вот отцвели у меня грозди. На побег по 2, по 3 грозди. Это технический сорт. Вот такие вот грозди, такие вот ягодки. Вот так вот. Ягоды в стадии гороха находятся. Вот заметил усыхание ягод. Видите, ягоды не поопылялись. Не позасыхали, потому что стояла аномально жаркая погода, плюс 35 градусов было, и поэтому некоторые грозди, вот видите, они не отцвели. Но результат все равно неплохой. Я считаю, что виноград отцвел отлично. Вот так вот везде грозди. Вот такие вот хорошенькие. Вот гроздь большая. Вот такие вот ягоды, состояние ягоды. Вот так вот отцвел, чуть немножко похуже, конечно, этот сорт. Но все равно с тем годом намного лучше. В том году у меня вся ягода посыпалась. Здесь я не осветлил ничего, но так и цвело. Нет, это, конечно, может и плохо, но я решил сделать так. Попробовать. Вот такое вот состояние моих кустов винограда. Вот такая прекрасная ягодка. Решил просто показать вам, как прошло цветение у меня. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем хороших урожаев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все, всем пока.